Сегодня я хочу представить вам книгу, которая многим горожанам уже известна. Но пройти мимо этого издания я не могла, для того, чтобы вновь не напомнить о замечательном герое этой книги Алексее Самуиловиче Греге, который оставил один из самых интересных следов в истории города Николаева. Человек, который построил две обсерватории. Одна наша, знаменитая Николаевская, а другая знаменитая Пулковская. Был великолепнейшим градоначальником, и горожане поставили ему через столетие после его смерти в Николаеве на свои собственные средства великолепнейший памятник в память о таком замечательном герое, как Алексей Самуилович Грейг. Эту книгу написал Юрий Семенович Крючков. Она очень интересна, и на страницах этой книги раскрывается судьба замечательного адмирала, ученого. Здесь в этой книге не только он сам, но и его семья достаточно интересная и знаменитая в Российской империи. Здесь просматривается его род Макгрегоров, и здесь его соратники, люди, которые помогали ему, и здесь его враги в этой книге, здесь архитекторы и строители города Николаева, здесь целая эпоха в этой книге Юрия Семеновича Крючкова. Я надеюсь, что те, кто не встречался с этой книгой, будут рады открыть и перелистнуть страницы этой книги.